Так, друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем строить домик размером 6 на 11. Я вот сейчас прям загрузил все комплектующие и выезжаем на объект. У нас по плану это вторая верхняя обвязка, это коньковый прогон, столбы, опоры, вся стропильная система, чтобы каркас был максимально полностью готов. И за сегодня мы должны это сделать. Это у нас будет четвертый день стройки. Также хочу напомнить, обязательно подписывайтесь в телеграм-канал, телеграм домашний мастер, там все происходит наперед, и по факту мы уже, возможно, будем отделывать дом, либо внутрянку, либо фасад. Также напоминаю, есть закрытый чат, кто приобретает проект, залетает в закрытый канал, смотрит себестоимость, где что купить, как, зачем и почему. Поэтому вам желаю приятного просмотра, все полезные ссылки есть в описании, ну а мы поехали! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
66,3. Да. У меня прямая без скоса. Так, друзья, давайте я вам немножко расскажу, покажу, как у нас идет процесс кровли. Сейчас я встану на край. Во-первых, стропильная нога стартовая, она запиливается у нас в лицо ровно, то есть стык в стык. А следующие стропильные ноги мы пускаем внахлёст. Но этот узел, я считаю, жестче, покрепче, больше площади соприкосновения. Так как у нас это будет холодный чердак, то есть мы можем это так делать. Соответственно, первая запилилась в лицо. Далее у нас в центре идет бабышка 54,5. И вон та крайняя 54,5. Дальше левая нога встает. И у нас образуется здесь пространство 600. Ну, 590. Соответственно, там бабышка 590. И в таком, скажем, темпе мы идем. По центру у нас только 54. Потом накладывается левая. Там уже будет доска у нас уже 590. Та сторона тоже. То есть стартовая 54,5, а потом уже 590 выравнивается. Потому что у нас вот эта правая доска добирает эти 4,5 сантиметра. Не знаю, поняли нет, но смысл в том, что дальше просто мы идем вот в шахматке, закатываем. То есть левая сторона и правая 590, а центр 54,5. И вот так в нахлёстик идем, крутим. Сейчас пока все скручено на саморезы, то есть чисто для утяжки, жесткости. Потом это все наглухо забьется гвоздями. Тут на крышу обычно уходит почти 2-2,5 гвоздей. Потому что пробивается и каждая сторона, каждая бабышка, на косую 3 гвоздя, в лицо 4, на косую еще по гвоздю, чтобы все было максимально жестко. Тут у нас будет выносная доска, для этого сделали вот такие выпилы. Сюда встанет кобылка, сюда она упрется, прикрутится, сюда в торец, и тут будет подвесная консоль. Консоль небольшая, выступ у нас 600 мм. То есть заготовлены досочки, чтобы она не съезжала. Тут продлится конь проставочкой. И сформируется свес, фронтон. Из 200-й доски также. Ну и, соответственно, там у нас террасы. Сейчас у нас кончились стропильные ноги. Сейчас ребята нарежут. И там доделаем вынос на террасу. Все то же самое, аналогично. Далее уже у нас есть нижняя обвязка стены. Мы сделали. Потом сюда прикрутим верхнюю обвязку стены. И сформируем стойки. Чердак холодный, неэксплуатируемый, отличное решение, отбивает всю жару. Хоть у нас будет тут гибкая черепица, но все равно можно сделать перехлестное в дальнейшем. Так 200, а можно 300 сделать. Да и вообще, если честно, можно сделать и хламовник. Поставить какой-нибудь люк, холодный чердак, хранить какие-нибудь зима, лето, осень шмотки. Но это так уже. А так, в принципе, балочка в 3 доски, 200-я доска, на колоннах в 3 доски 150, опирается все строго на столбы, которые у нас сделаны. Там межкомнатная стенка, там двойной ригель, и там тоже столб. Прокручены пока на саморезы раскосы, упоры, чтобы все стояло, вот такие треноги, чтобы все было на своем месте, все четко. Так что вот так работаем, крутим потихоньку. Сегодня добьем стропильную систему. В принципе, получается все даже очень ровно. Так, друзья, я попробую вот так бочком встать, потому что встал против солнышка, а там ребята собирают инструмент, чистят, продувают. Давайте вот так издалека посмотрим. Вот такой у нас мини-барн вырисовывается. Пропорции вообще, я считаю, прям вот идеальные. То есть понятно, что можно было сделать там второй цвет, будет потолок выше, но это все херня, как мне кажется, потому что, во-первых, больше топить надо будет этот карман. Во-вторых, с холодным чердаком мы отсекаем летом, а лето у нас там 32-34 валит, всю жару, то есть холодный чердак будет как буфер работать. Плюс мы из-за перекрытия можем дополнительно утеплиться. И вот такой домик, то есть длина 6х11, 2 метра терраса, 6х9 теплый контур. Блин, ну выглядит вообще бомбически в каркасе. Понятно, что еще леса немножко мешают, укосинки временные, но когда вот зашьется фасадик, встанет прям вообще пушка.
Сегодня заканчивается четвертый день стройки. У нас на 99,9% готов весь каркас. Мы не пробили еще гвоздями. У нас есть мелкие там доработки, где-то подпилить, подрезать надо. То есть, что мы еще не сделали? И задний фронтон мы не собрали, все. Остальное полностью каркас готов. То есть, в принципе, можно за сегодня добить, но уже подустали. Завтра приедем, допробиваем, начнем утеплять перекрытие и сразу закатаем всю крышу, ветрозащитку и вентзазор, чтобы у нас перекрытие сразу было утеплено. Домик смотрится бомбически, реально бомбически. Я прям сам, мне самому приятно, и он простой, он недорогой, нету свесов, нету софитов, нету водосточки, меньше доски. Фронтон, кстати, собираем из 200-й доски, потому что 150-ка еще нужна на доборе в помещениях. 200-ка обрезков много от стропилки, хоть и на бабушке ушло огромное количество, но все равно у нас она осталась, поэтому на фронтон ее пускаем. А так, в принципе, вот такая красота. Друзья, все подробности есть в Телеграме, переходите, ознакомьтесь. Ссылку оставлю на проект. Напоминаю, кто залетает, покупает проект, сразу залетает в закрытый чат, в котором я рассказываю много интересных, скажем, мыслей, делюсь секретами, как вообще строить такие дома, как сэкономить, на чем и как достичь вот такого результата. Тем более, если будете строить своими руками. Так что вот так, друзья. Всем желаю хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А мы увидимся с вами в следующем видео. Будем собирать фасад, кровлю, ветрозащиту, утеплять перекрытие. Много всего будет интересного. Всем пока-пока.